Самое снежное начало недели в этом году претендует побить рекорд по количеству осадков. Высота снежного покрова в некоторых районах достигла 28 сантиметров. Это выше других показателей декабря за последние 70 лет. Для борьбы со стихией на улице Химок вышли десятки единиц коммунальной техники. В первую очередь расчищают подъезды и подходы к социальным объектам, станциям, остановкам. Специалисты и техника закреплены за определенными локациями во всех микрорайонах Химок. Так, вблизи жилого комплекса «Солнечная система» снег убирают с помощью тракторов и КАМАЗов. Этот квартал убирается на регулярной основе. Используется 8 единиц техники, 14 человек живой силы. Более сильным снегопадом мы всегда готовы. Уборка снега во дворах, подъездах, на детских площадках – поистине ручная работа. Там, где не проходит техника, коммунальщики используют лопаты, ювелирно расчищая проходы к игровым комплексам и горкам. Более серьезные задачи, например, уборку проезжей части тротуаров, на себя берут КАМАЗы и самоходные машины. На сегодняшний день аккумулированы 40 единиц уборочной техники, 18 подметательные и 22 единицы уборочной. Это погрузчики, экскаваторы и 11 единиц смазки. В самые заснеженные дни на улице Химок выходит около 1000 работников объединенного городского хозяйства и управляющих компаний. При аномальных снегопадах администрация города наращивает рабочую силу и технику на 30% за счет привлечения сил подрядных организаций. Александр Сергеев, Екатерина Дроздова, Вильфред Дымковский, новости Химки ТВ.